школе построили всего за месяц. В июле здесь уже проходили первые тренировки. Идея подарить детям площадку появилась еще в 2016-м. Проект поддержали две внебюджетные организации. Фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева и фонд Героя России депутата Государственной Думы Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Поэтому торжественно открыть площадку и напутствовать юных спортсменов они сегодня приехали лично. Дай Бог, чтобы здесь появились не только новые талантливые футболисты, но спорт вообще воспитывает многие качества, которые в разных профессиях потом пригодятся. Это и настойчивость, упорство, тренировка, целеустремленность и многие качества, которые определяют фактическое лицо каждого человека и гражданина. Чтобы будущие патриоты смогли оттачивать свое мастерство, на новом газоне трудились десятки людей. Небольшие недочеты, которые выявили в июле при приемке площадки, своевременно устранили. Кстати, график и качество работ контролировал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Наверное, вы до конца не осознаете, какой человек финансировал для вас строительство этой площадки. Когда придете домой, обязательно наберите в интернете «Владимир Шаманов, Герой России». И когда вы ознакомитесь с биографией Владимира Анатольевича, увидите его жизненный путь, вы будете гордиться тем, что вы сегодня стояли с ним на этом футбольном поле. Красная лента перерезана, подарки вручены, новые мячи тоже очень кстати. И у юных футболистов появилась возможность пообщаться с героем России и взять автограф. Кстати, фонд Шаманова «Защитники Отечества» проводит большую и важную работу по патриотическому воспитанию молодежи, подчеркнул на открытии площадки глава Барнаула. Владимир Анатольевич Шаманов – это не только спорт сегодня, это фонд «Защитники Отечества». Особое ваше внимание уделяю на то, что фондом сегодня не только создаются спортивные площадки, это часть воспитательного процесса, о котором Владимир Анатольевич сказал, создаются и аллеи, памятники сегодня. Важно ли это, воспитание патриотизма и так далее? Конечно, очень важно. А пока работа на поле. Многие воспитанники клуба «Патриот» сегодня впервые опробовали новый газон. Поле очень хорошее, то что без луж, там, а на других полях все время есть лужи, из-за этого здесь нету луж, и мы не будем скользить здесь. Видел какую-то передачу, как раз профессионалы английского футбола говорили, чтобы, то есть, у тебя нарабатывалась техника, должен быть ровный газон. Вот, и как раз качество данного газона, они только способствуют для занятий. Пока будет стоять хорошая погода, тренироваться патриоты здесь будут регулярно. Могут поиграть в футбол на идеальном газоне и мальчишки, живущие по соседству. Кстати, подрастает уже и новое поколение любителей игры в мяч. Теперь на потоке для них есть возможность укрепить здоровье и закалить характер. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.